Только о политике, но и о футболе. Владимир Путин признался, за ходом чемпионата мира следит, правда, насколько позволяет график, и собирается принять участие в церемонии передачи эстафеты от Бразилии России. В 2018 году проводить мундиаль будет наша страна. В феврале-марте в Сочи мы успешно провели зимние Олимпийские и Паралимпийские игры и хорошо представляем, каких трудов стоит организовать такое масштабное мероприятие. Самым внимательным образом изучаем опыт Бразилии, который еще предстоит провести в 2016 году Олимпийские игры. Отмечу, что в некоторых вопросах Россия планирует пойти дальше хозяев Мундиаля 2014. Так мы уже закрепили в федеральном законе специальный льготный визовый режим для тех иностранцев, которые будут помогать готовить чемпионат 2018. А накануне и в период соревнований не только все их официальные участники, спортсмены, судьи, тренеры и другие, но и болельщики смогут приехать в Россию без виз. Такого прецедента в истории футбольных чемпионатов еще не было.